огнище. Давай еще раз, сейчас тоже. Меня зовут Юля Линчик, мне 31 год, я из города Москва, вот, обожаю этот город. Все говорят, что я женщина-огонь. Огонь! Я обожаю очень, безумно обожаю рок-музыку. Одна у меня кавер-группа, это рок-группа. Другая у меня, она более угарная такая, с дудками, просто сумасшествие на сцене. Ну, большой, огромный состав, который я тоже обожаю. Какая-то девушка. Это? Я не знаю, кто это. Давай, давай, рыжая. Пинк. Дай-ка нам жару. Ребят, очень переживаю то, что это крайняя серия вообще. Не знаю, чем удивить, когда столько людей уже прошло. Это просто фурор. Я надеюсь, что вот здесь вот оно есть, оно... Я вот этот всю энергию свою попытаюсь вон туда в 100 человек впихнуть. Пусть что-то мне скажет. Веселая. Здравствуйте, ребят. Меня зовут Юля Линчик. Хочу поделиться своей эмоцией. Давай. Я безумно влюбилась. Кого? Я хочу, чтобы каждый из вас испытал эту эмоцию, эту любовь. Какая-то неформальная девушка вышла, но я думаю, что либидо точно встанет. Она похожа, кстати, на Настю Макаревич. Настя, она на тебя похожа, посмотри. На меня похожа? Улыбка один в один, как у тебя. Серьезно? Одета стильно, одета мне нравится. Как, Серёнь, как тебе нравится? В стиле зарубежной музыки. А какой у нее с хрипотца волосы, а? Да, это очень интересно. Я люблю такое. Я не знаю, где ты и с кем. От этого круга мчёт голова. Только тебя поцеловала. Это словно кислотный распад. Как на асфальт с неба упасть. Зачем мне это? Зачем? С кем бы была, да мало ли с кем. Одевай ты в сердце на так. Только с тобой было не так. Только с тобой было не так. Люби. Призналась нам в своем чувстве, спела каждому о любви. Шестьдесят шесть голосов. А почему, Юля, вы так показали? Вы готовы были больше голосов завоевать? Как минимум 100. Ну ничего. Ну, вы хотели поделиться своей любовью, она долетела аж до 6-го ряда. Валерия? Знаете, очень люблю людей смелых, ярких, темпераментных и не стесняющихся этого, не скрывающих и заявляющих себя очень открыто. Я считаю, что это достойно того, чтобы быть на сцене. Вот это такое мое мнение. Спасибо огромное. Ладно, я тогда пойду к Роме Кенга. Рома, ну а ты что скажешь? Бывают такие моменты, когда не понравилось настолько, что, собственно, почему даже думать не хочется. Но я постараюсь сформулировать. Я не поверил девушке с ее конферансом о том, что она влюбилась. Я не поверил... Я не верю в то, что вы влюбились. Я думаю, что это был какой-то... Ну, кстати, зря. Я замуж ухожу в сентябре. Мне предложение сделали. Это моя любовь, вся моя жизнь.
Это второе, почему я не встал. Вы ведете себя так, как будто мы с вами прожили в одной квартире как минимум лет 10. Мы с вами не знакомы. Потому что человек ничего не делает. Она такая, какая она есть. Понимаете? Она не думанная и не деланная. Рома, мы требуем от этого от каждого участника. Я сейчас в шоке, что это ты говоришь. Сереж, я вижу ровно обратное. Она классная, она немножко развязная, она такая, посмотрите на нее внешний вид, на образ, как она говорит. Она такая, она настоящая. И пела она артистка. И пела она точно так же. И я ей как раз, очень поверил. Сергей, мы же договорились, что у каждого есть свое мнение. Пускай скажет мой подзащитный. Могу перебивать. Вот, кстати, я хотел. Еще никто не поблагодарил Николая за то, что он всегда на стороне артиста. Потому что, да, я представляю. Вы заметили, да? Николай всегда защищает бедных людей, которые стоят там в центре. Мы над ними жутко нависаем. Вот, но я в отличие... Она не бедная, она замуж выходит, значит, уже все хорошо. Нет, это я тебе спасибо. Спасибо, Ром, спасибо. Все, Рома Кенга не поверил. Спасибо. Вам, Сергей, мне кажется, ты стал не самый первый, но хотя бы в середине. Так, фонтанируй, мой друг. Я уже, по-моему, сказал все. И я в шоке, честно говоря, потому что на самом деле 66 баллов — это очень мало для этой артистки, я считаю. Очень мало. Потому что здесь была и экспрессия, и вокал, и хрипотца такая классная. Где вы слышали такую хрипотцу в нашем шоу? Зато у нас есть вот такие опять голоса. Опять возвращаемся к тому же. И мне кажется, что с нашей сотней сотня никогда не встанет. Потому что, на мой взгляд, друзья, вы немножко как-то зажрались.